Всем привет! Сегодня хочу предложить вам универсальный рецепт воздушного бисквита, который получается всегда и который можно использовать абсолютно для любых тортиков. Для приготовления этого бисквита потребуется очень мало продуктов. Это всего 5 яиц, полстакана сахара, можно 3 четвертых стакана, кто любит послаще. Обычно спрашивают, какой стакан я использую, 250 мл. Пакетик разрыхлителя для теста и ванильного сахара по 10 грамм и мука. И, конечно же, неизменный мой миксер с чашей, который облегчает мне всю работу. И первым делом я отделяю желтки от белков. Белки отправляю сразу в чашу миксера, а желтки отправляю в отдельную чашечку. Дальше я приступаю к взбиванию белков, и при этом сахар я не добавляю. Как только белки превращаются в такую устойчивую крепкую пену, добавляем туда ванильный сахар и обычный сахар и продолжаем взбивать. Как только белки станут вот такими густыми и будут держать форму, мы начинаем добавлять желтки по одному, при этом продолжаем взбивать. И после добавляем муку и разрыхлитель для теста. Вот и все, наше тесто готово. Выкладываем его в форму, смазанную растительным маслом. У меня форма диаметром 23 сантиметра. И отправляем наш будущий бисквит в духовку, разогретую до 180 градусов. Прошло 20 минут. И наш бисквит готов. Наш бисквит готов, и мы можем вынимать его из духовки. Смотрите, какой он воздушный. И посмотрите, какой воздушный и румяный бисквит у меня получился. Всегда использую этот рецепт для приготовления любых бисквитов, бисквитных тортов, коржей. В общем, это мой коронный рецепт. Надеюсь, он вам понравится и станет таким же незаменимым, как и для меня. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале. Пока!